Вообще, Додо Пицца – это не совсем обычная компания. Это компания, которая совмещает IT и офлайновый классический бизнес по доставке пиццы. Использование технологий возведено в абсолют в каждом аспекте бизнеса. Прием заказа, доставка, приготовление – абсолютно везде. Сердцем нашего бизнеса является IT-платформа, которая называется Додо Из. Все, что происходит, оно все происходит через эту систему. Пиццамейкер не будет делать пиццу на стикерах, на каких-то бумажках. Заказ должен появиться на планшете, и тогда он его сделает. Люди, которые сделают заказ на сайте, они видят, когда его им привезет курьер. Мы знаем, когда какой заказ был изготовлен, когда его отвезли, когда его привезли. То есть мы видим все, что происходит в пиццерии. Наши партнеры тоже видят все данные, да, они могут управлять своим бизнесом через эту систему. Вообще, Додо Пицца – это пиццерия, которая управляется в облаке. Мы де-факто даем для партнеров франшизу как сервис. Им достаточно купить пару планшетов, открыть страничку в браузере, и вот они уже в Додо ЕС и готовы работать. Наш стек технологий в основном базируется на майкрософтовских технологиях. Это .NET, .NET Core, мы хостимся в Azure. И мы используем очень много open-source решений, которые интегрированы в Azure, потому что Azure – это платформа, которая гарантирует нам SLA. Компания ставит перед собой глобальные задачи, глобальные цели, выйти на абсолютно все рынки мира. И наш глобальный рост мы обеспечим во многом благодаря тому, что у нас есть единая центральная информационная система, которая связывает все аспекты бизнеса воедино. Каждая минута нашего простоя стоит миллионы. Когда Додо ИС останавливается, целая страна не может продавать пиццу. Вот при помощи Azure мы застрахованы от этого. Поскольку это облачный сервис, он легко масштабируется. Все, что нужно сделать, это просто несколькими кликами мышки создать новые сервисы или несколькими скриптами мы можем развернуть все наше окружение в новой стране. Быстрый рост во многом связан с тем, что нам не нужно думать о многих вещах, связанных с инфраструктурой, с поддержкой. Потому что ты размещаешь свой сервис на Azure, и при необходимости ты очень быстро наращиваешь мощности. Для растущего бизнеса это одна из важнейших преимуществ. Наша система достаточно большая, она функционирует уже очень давно, и с самого начала своей жизни, с 2011 года, она накапливает данные. И мы хотим все больше и больше использовать эти данные и превратиться в настоящую Data-Driven Company. Для этого мы развиваем и направление дата-аналитики, и направление BI, и направление машинного обучения. Также мы будем фокусироваться на оптимизации работы самих пиццерий, на прогнозировании спроса, выручки, календарей работы сотрудников, запасов ингредиентов и других вещей. Мы де-факто хотим оцифровать всю работу пиццерии. То есть мы хотим сделать нашу пиццерию еще более интеллектуальной, чем она есть сейчас. По сути, наша Додо ИС должна подсказывать менеджеру, что делать в текущий момент времени. Может быть, у него скоро, я не знаю, курица испортится, да, ему нужно идти ее там нарезать или размораживать. Сейчас мы это не умеем делать, но мы должны.